Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Новый трек уже через час. Через часочек новый трек. Young Buddha Boys, салют, салют Young Buddha Boys. Решил ответить на пару-тройку вопросов. 100 лет не проводил трансляции. Всего 10% на телефоне, поэтому заходите, успевайте. Зовите всех своих корешей сюда. Я отвечу на пару вопросов. Лагает? Сильно лагает? Если будет сильно лагать, скажите. Нормально, по кайфу. Короче, мы находимся у кореша на студийке. Пишем новую музыку. Пишем много трэпщит. Чё пишут? Мерч аудиопанка будет, думаю, недели через полторы. Через полторы неделечки будет уже. Мерч. Go в стритбол. Успеем сыграть по стритболу. Бля, чё по поводу трека? Трек через час уже выйдет. Чё, лагает до сих пор или нет? В следующем туре, да, возможно, будет концерт. Возможно, будет концерт в следующем туре в Чебоксарах. Залетишь на новый альбом Кури, да, скорее всего, залечу. Да, короче, сингл выйдет сегодня. Ну, это будет просто песня. Следующий выйдет 6 июня. Который я выкладывал, сниппет, 6 июля, сниппет, который выкладывал в группу, он выйдет 6 июля, и где-то 1-2 июля выйдет еще, короче, клип на реального, вот. Следом что будет? Следом еще будут фиты, скоро трек с Гонфладом, мы уже его пишем вовсю, вот, что еще будет интересного? Да хуя чего интересного будет, весь июль будет в клипах. Весь июль будет в клипах. А есть открывашка в роте на кухне? Хочешь, давай. Когда ВКБ, не знаю уже когда. Приеду, наверное. Приеду только осенью, скорее всего, в ВКБ сейчас. Че, пивко? Да. Давай в баскет зарубимся. Не так быстро. Паша, у нас здесь есть баскетболная. Реально? А где? Пятатая? Ну, типа, да, там два кольца, блядь. Была большая слишком. Два кольца. Пластиковые щиты или деревенская? Короче, два кольца. И мяч есть. Кайф. Давай, че? Блин, реально может ходить сыграть хули. Гриш, почему бейкер? У нас, блядь, это... Не, я хочу припев увидеть просто, понимаешь? Это припев. Бро, давай. Бро, пожалуйста. Давай бейкер, баш. Бейкер, блядь. Это самая хуёвая часть вообще, что мы... Чекай. Салам. Спрашивают, что за трек играет. Макс Пейтер. Он. Меня вообще все равно нихуя никто не знает. Напиши, пардон. Как еще раз называется? Макс XF8. На, напиши. Блин, название. Так, ща. Да, Дюмалё. Интересно, чекнем, да. Да, здорово. Шкашка. Я пиздец. ВК, короче, есть. Пойдем, благодарю. Давай, чего? ВК есть. Вот просто меня, блядь, зовут, такие, знаешь. Прощай, подписчиков ВК прямо сейчас. Да нихуя не будет, блядь. Ладно, да не сейчас, а 15-20 минут надо чекнуть. Ну, сейчас. Покажи сердечко. Сердечки я не показываю. Say what's up, say what's up. Видел хуйню от СД. Да, видел, блядь. Всем похуй. Всем похую. Кому это нужно, блядь? Пиво Перони охуенное. Я его первый раз в Англии попробовал, блядь. Перони. Знаешь, да? Я знаю только Пиперони. Не, сука. Не, Перони пиздато пивко, реально. Знаете, бро, это самое заебись пиво, которое пиво стояло Артуа. Да ну, но оно уже классическое. Столько нового появляется.
KFC новый продукт Паша Баскин. Ха-ха, ебать шутка, блядь. Что скажешь про икса? Хуёво, пиздец, блядь. Я уже в Твиттер писал по этому поводу. Смысла мусолить опять это нет. Бро, просто... А? Нет, не в этом дело. Да. Через час трек, да, через часок трек, блядь, выйдет. Давайте, всех жду в своей группе. Разъебите все там, я на вас вообще как бы хочу положиться сегодня. Что сегодня нужно показать. Не, я решил выпустить раньше другой трек. Блядь, он охуенный. Но он 6 числа такой, 6 июля сейчас. Он будет называться Flip Mod. Flip Mod. Flip Mod, да. Короче, если будет 700 человек, расскажу пиздец какую историю вообще просто. Кидайте всем своим друзьям, приглашайте всех сюда. На 700 подписчиков я анонсирую такую новость, охуеете вообще просто все, блядь. Блядь, что я опять въебал, блядь, зашел в эту плотную группу. Паша, кажется, тебя люди слышат. Что? На чем мы сегодня работаем? О, не знаю, может быть. Может быть, да. Может быть, может быть. Здесь мне нравится студия в гараже, это охуенно. Это охуенно, как бойс-бэнд. Да, у нас сегодня студия в гараже, короче. Пишем в гараже. У нас даже есть турник. Тут не хватает только кольца баскетбольного. Да, охуенно. Разъебать это все. Я говорю, давайте 700 человек и новость. Люди все начали выходить, типа, это невозможно, знаешь, типа, это очень много для нас. Да, ну вы слабачки, просто, ребята. Слышишь, они какие-то слабенькие, ни одного подписчика вообще. Да пиздец, вы чё, бля, все обленились сегодня, что ли? Блин, да у них выпускные, ничего не начинают. В натуре бля, выпускные, бля. Пиздец. Пишу, что лагает, типа, постоянно, поэтому люди отключают. С Wi-Fi? С Wi-Fi? Угу. Не может быть такого вообще. Бля, я в натуре не с Wi-Fi, ща, погодите, 2 минуты. Пиздец, тебя рофл, конечно, не, блин. Так, ну чё там? Ну чапа. Вообще пиздец, несведённое говно, блядь. Несведённое говно, говоришь? Сейчас я тебя убью, сучка. Бля, у меня чёрный экран, приколи. Миша, я не понимаю, и ничего не хочет подключаться. Ее, я вернулся. Всё, мы, короче, подключились к Wi-Fi, сейчас будет охуенная связь. В гараже есть Wi-Fi. Не надо, блядь, ебануться! В гараже есть Wi-Fi. А вот он, красавчик. Чё, заебись связь, да, сейчас? Я очень рад. Я очень рад. Мы ждем всех моих кентов, Ею, Рустама, Глеба. Мы сейчас будем тут, блядь, делать джигищетника. Джигищетника. Чё это ты капу стал таскать, блядь? Классика. Вот так, блядь, ты должен... Классик, ты, щет. Я поменял одну тему, что ты постоянно... Классик, щет. На каждый трек с фитом. Вот на каждый. Нет, я не с фитом, я просто... Бу-бэп. Чё за движ будет? А вот узнаете. Все это вам нужно знать. Бля, через час уже выход песни. Я очень рад тому, что выйдет трек через час. Вернешься ли закат 9.9.1? Пиздец, пацаны, мне несу, 2 года дадут. Закат, все. Ты что, серьезно? Закат. За что? Он ехал по платке, его остановили, у него паленые права, и он окулен. Ну и чё, что права палёные? Похуй. Права палёные — это 15. Подделка документов — это вообще 2 года. Да? Зато главное, что ничего не нашли. Мы же в Москве, тут всё решается. Сами знаете, ну, как. Сейчас 60 тысяч собирают. Блин, тут это вообще 60 хуйня. Это вообще хуйня. Вообще хуйня. Пиздец, блядь. Они на Рублёвке валяются на каждом углу, нахуй, эти 50 тысяч. Да. Вот, вот эта хуйня стоит столько же, я уверен. Если он отвернёт, позвонил Наташе, перевод через 10 секунд поставил. Понял? Да, он их не вернёт. Понял? Гриша инвестор, Сильвестр хули. Сейчас все порешает. Я как позиционируешь там на трансляции. Сука, сейчас все, блядь.
Короче, давай, Гриша, давай, Гриша, а.к.а. решая все вопросы. Чел, 60 тысяч денег нет, за 2 дня собрать просто... Пусть фит продаст. Фит пусть продаст. Он рэпер? Он нет. Ну, блядь, все равно пусть продаст. Почку пусть продаст, курит. Дайте зажигалку. Он курит каждый день, у него почка стоит... Я курю каждый день. Бля, они меня прокинули, они не хотят 700 человек и новость. Вот уже было 600, всего лишь нужно было 100, сейчас 485. Вот либо ты делаешь скидку, либо на вас лучше. Либо вы охуели, блядь, 144 тысячи подписчиков, нахуй, всегда, блядь, трансляции по 1000 просмотров, а тут все где-то гуляют, блядь, выпускные, что ли. С выпускным всех, с выпускным. Та-дам! Когда в Пензу? В Пензу надо приехать. В Пензе ни разу не был. В Пензе будет концерт, точно по-любому будет. О, 548, смотри, движуха-то пошла. Движуха-то рабочая началась. Гэнг, гэнг. Сейчас посадили друга на 2 года, все полетели. Да, да. Короче, новость такая, посадили друга, шутка. Да не новость. Еще не посадили. Это, кстати, не шутка. Да, чувак, если Денис посадит, я охуею, я, блядь, Райлити битс, салют, бро. Бро, закинь битов уже, а ты мне уже обещаешь битов закинуть месяц, нахуй. Че, битвинки, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Нужно отборного говнища, ведь мы пишем альбом. Альбом. Топ-альбом. Вот. Битов дефицит. Вся надежда на Бини и Хана, Хайселфа и на Преска Лучи. Преска Лучи. Я бы сейчас, короче, позвал на эфир Преска Лучи, если он живой где-нибудь вообще есть. Сейчас надо найти его. Давай, Гриш, дальше. О, знаешь, что есть из зрителей? Сейчас скажу, кто. Из зрителей есть дофига кого. Бро, смотри, какой он блант куришь. Маленький блант ты куришь, бро. Братуха, нихуя не делай, студию допиливаю. Мы студию запилили за день, бля, в гараже. Так что, давай, братан. Не ленись. О, Хайселф здесь. Салют, Хайселф. Хайселф, просто респект. Топ Хайселф просто. Лучший, просто лучшая сводка басов, которые еще просто. Вот знаешь, драмка жирнее, я такого не видел, да, вообще. В России это просто. Вообще просто разнос. Фирмак, пиздец. Че там по блантам? Гвай, когда себе сделаешь эту хуйню, чтобы можно было тебя позвать на трансляцию, а то, короче, у тебя ничего не робит. Гавай. Клай, блядь. Школьники, блядь. Короче, бро, Хайселф, трек с тобой по твой бит будет 6 июля. 6 июля. Здорово, брази. В Курган. В Курган надо, блядь, по-любому приехать. Больше никогда не думать, что... Выхода нет. О, есть в зрителях Леся Фак. Давайте ее позовем на совместную трансу. Капитан Джек Воробей здесь. Звони мне. Ничего, блядь. Чё ты там подглядываешь за мной, ёпта? Да. Ну и чё ты там увидел интересного? Это Саратов, не Саратов. Как вас поставить? Чё, как Far Cry новый? Поиграла? Блядь, я только что, блядь, потащила самую лоховскую партию в своей жизни в куб. Да?
Я считаю, что после этого со мной можно вообще ни о чем базарить, можно меня удалить отовсюду и сказать, что мои 28 лет игровых были потеряны очень зря. Короче, занубасила пиздец просто. Занубасила на iPad, причем, чтобы вы понимали, как лох последний. Пиздец. Кто вообще еще в iPad играет? Только мама, наверное, и ты еще. Сейчас, подожди, у меня тут лед крошат. Что еще раз? Лед крошат у меня сейчас. Пиздец. Че ты где находишься? Ехала, покушала. Сейчас сижу, думаю, поехать на тренировку или обсадиться, как сука. А, я ж больше этого не говорю. Поехать на тренировку или... Бля, понимаешь, в чем мораль? Конечно, съезди, потренируйся, а ты так и будешь проигрывать свои игры. Так все... Бля, что-то связь хуёвая. Куда там пошла, в туалет, что ли? Да, я руки... Не слышно нихуя. Да, все, братан, сорян. Давай. Выхода. А теперь... Ждешь новую песню? Ждешь нашу новую песню с Янг Яни? Что-что? Ждешь нашу новую песню с Янг Яни? Я вообще, блядь, все песни жду. С Янг Яни, без Янг Яни. Наш братан сразу видно наш братан. Пожалуйста, он очень злой на меня, скажи мне, Яни, или так, или чуть-чуть. Просто со мной уже месяц, блядь, не разговаривает. Я ему боюсь звонить. Да мне интересно, за френдзоне тебе? Смотри, сейчас тебе покажу. Давай. Дальше? Да, сейчас только я пойму, как там брать. И что тут? Это где ты еще раз? Днепропетровск. Ух ты ж, Днепр. Прикольно. Хуенчик. Бандиты сидят. Нормально. А мы на Рублевке рэп пишем. Ты что, у нас на Рублевке что? Рублевский трэп пишем. А, серьезные люди-то. Вообще, никак иначе. Тут Майя бахи стоят, студия в гараже, короче, тут охрана. Красные вертолёте всяких битмарей привезли. Это тебе не студия в гараже. Тут еще океан рядом, короче, да, тут все есть. Озеро Байкал. Океан был. Да, тогда было. Все было, уже все по-другому. В Днепре никакого океана, тут только река. Но мы тоже приезжаем, пытаемся в Кате или там на Вейке. Все понятно. На самом деле. Что последнее? Летом кто-то едет в Днепре, что делать? Так, все. Короче, говорят, что что-то я завис, бля. Да, что-то с интернетом. Понятно. Короче, ладно, нахуй эту трансляцию, спишемся в директе. Давай, мужик, была рада тебя видеть. Давай, мать не хворай, и все, гэнгшит, давай.